в Швейцарии просто так припарковать машину на длительное время нельзя. Вот специальные парковочные места желтой линии выделены под определенную машину. Желтые — это гостевые. Вот это для... Тут магазин у нас для гостей, которые приезжают в магазин, вот они могут здесь припарковаться. Там, где крест, эта парковка запрещена. Это напротив дверей. Вот такой здесь порядок. Есть еще синие парковочные места. Это парковка для, ну, можно сказать, бесплатная. Там платится раз в год небольшая сумма, и ты можешь на 2 часа поставить машину, но не более. Вот я поставил машину, тут у меня тоже парковочное место. Тут плохо, линия уже стерлась. Но тут очень большой уклон. Я сюда зимой боюсь ставить машину, потому что бывает потом, если пошел дождик, замерзло, можно не выехать, буксует. Вот. Поэтому поставил немножко машину с нарушением. Вот уже полиция может придраться.